Объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2-3 раза, заявили «Известиям» в крупных банках. За 9 месяцев этого года только в Сбере выдали на эти цели 314,3 миллиарда рублей. Это более чем в 3 раза превышает показатели с января по сентябрь прошлого года. Рост объясняется возможностью оформить льготную ипотеку в этом сегменте. За январь-сентябрь практически 100% таких кредитов выдано по госпрограммам, пояснили. К примеру, в Сбере. Такая же картина у ВТБ. По итогам 10 месяцев кредиты на ИЖС и загородную недвижимость получили свыше 10 тысяч россиян. Общая сумма сделок в банке свыше 69 миллиардов рублей, что почти вдвое превышает результат за аналогичный период 2022 года.